Привет, друзья, из вечерней Алании. Сегодня 21 сентября, 9 вечера, и мы идем на концерт, который организован муниципалитетом Алании. Концерт проходит около Красной башни. Один из известных турецких оперных певцов будет исполнять какие-то арии, и это эти концерты, древние городские концерты, проходят в Алании, в Анталии, в Сиде, в амфитеатре, в Газипаше в течение вот этой недели. И сегодня, 21 числа, будут проходить, точнее, проходят в Алании. Сейчас мы на центральной улице Алании, переходим на другую сторону. Очень тепло, опять говорю, многие спрашивали, какая погода в сентябре месяце, 21 число, очень тепло и комфортно. Не обращайте внимания на то, что я в джинсовой куртке, потому что я была на мопеде, на мопеде достаточно прохладно ехать, но сейчас я иду, очень даже жарко. Сейчас направляемся по торговым рядам на набережную. Сначала мы решили прогуляться по набережной до Красной башни, послушать концерт, а потом чуть-чуть прогуляться по крепости и вернуться обратно домой. Хочу вам немного передать атмосферу. Очень много туристов, как вы можете судить по людям. Конец ноября, конец сентября, но все гуляют на пляж, мы еще не ходили, поэтому на пляж, что происходит на пляже, вы увидите чуть позже. Одна из дискотек на набережной, времени еще мало, поэтому они постепенно открываются, и скоро начнется здесь тусовка. Также есть вот такие вот прыгалки для детей. Я тоже давно мечтаю попрыгать, но для взрослых пока что еще не нашла. Привязываю детей вот к этим вот резинкам, и они на батутах прыгают вверх-вниз. Еще есть вот такая виртуальная реальность. На вас надевают вот эти очки. Эта штука качается. Стоит 10 лир. Вот таким вот образом. И все на вас смотрят. Вот это центральная площадь на набережной. Здесь обычно проходят различные фестивали, концерты, какие-то презентации. На все праздники здесь организуют стенды, открывают выставки, ярмарки. В общем, когда будете в Алании, обязательно следите за тем, проходят ли здесь какие-то интересные события. И самое главное, информация о всех интересных событиях всегда есть в нашей группе на Фейсбуке. Ссылка на эту группу, конечно же, есть в описании к этому видео. Многие также спрашивают по поводу общественных туалетов в Алании, особенно летом. Вот на набережной есть такой туалет. Ну и, конечно же, если вам нужно будет сходить в туалет, в центре есть такие туалеты. Но вы можете попроситься зайти в любой ресторан или кафешку. Я думаю, что вам не откажут, потому что мы, например, так всегда делаем, даже с Айханом, мы просто просим, и все, и нам никогда не отказывают. Также в течение дня вы можете прокатиться вот на таком вот трамвае, городской тур. Он длится час и едет по всей Алании, стоит, по-моему, 8 лир. Расписание можно посмотреть прямо вот здесь вот тоже на набережной, недалеко от Красной башни. Yeah.
views. I'm living today. I want to be a part of it in old New York. Right through the very heart of it in old New York. Мы встретились с нашими подписчиками из Чебаркова, а сейчас мы все наслаждаемся музыкой и концертом. А сейчас мы решили немножко прогуляться по крепостным стенам. Конечно же, камера не придает всю вот эту вот атмосферу и цвета. Но покажу вам, какой вид открывается на судоверфь. Судоверфь здесь невероятно красиво, поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно приходите в судоверфь, там расположен небольшой музей. Ну а вот там вот проходит концерт. Очень здесь, конечно, красиво в крепости. Сколько я здесь живу, постоянно сюда ходим. И каждый раз, как в первый раз, вот эта вот сама атмосфера, сами вот эти вот крепостные стены, вот этот потрясающий вид, конечно, ощущение через камеру не передать, поэтому обязательно приходите в крепость и днем, и вечером. Также здесь в крепости есть старый хамам. Вот здесь он был расположен, но, к сожалению, прямо под Красной башней его еще не отреставрировали. Здесь расположена цистерна, где раньше было хранилище воды. И по другой дорожке мы выходим к Красной башне. Видите, народ гуляет, потому что днем здесь одна атмосфера, а ночью все совершенно по-другому. Как будто попадаешь в какую-то такую восточную сказку. Вот этот кот черный, он здесь живет. Я его постоянно вижу. Кот-бегемот. Кот. Кот-бегемот. Похож на вот это. На самом деле сентябрь в Алании богат на вот такие вот культурные мероприятия. И с 25 по 27 сентября здесь также пройдет, по-моему, уже 15-й джазовый фестиваль. Поэтому, если вы будете в Алании с 25 по 27, приходите к Красной башне на джазовый фестиваль. И вот она, набережная Алании, где вы можете посидеть, попить чаю, послушать традиционную турецкую музыку и купить мидии вот в таком вот ларечке небольшом. Ну и, конечно же, прокатиться вечером на яхте и посмотреть на вечернюю Аланию. Традиционно купить кукурузу, которая стоит 3,5 лиры, или свежевыжатый сок, стаканчик свежевыжатого сока. Вот на этих яхтах вы можете отправиться и в вечерний тур, ну и, конечно же, днем тур вокруг Алании. Но вот очки в действии. Ну что-то он не кричит. А? Не кричит. Он не кричит, да.
ему не страшно. Надо мне как-нибудь попробовать. Вот эти вот мидии с рисом и лимоном, одна штука стоит 1 лиру. Сколько хотите, можете приобрести. Это местные мидии. Вот такой вот интересный вечер у нас получился. Как тебе вечером, Маланья? Вечером очень хорошо, красиво, особенно на набережной. Мы устали. А, друзья, да. Кто хотел увидеть курс, проходим мимо обменника, показываю вам курс. Доллар 6.0, евро 7. Русские не вижу. В общем, вот такое у нас получилось видео. И с подписчиками встретились и прогулялись. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Приезжайте в Аланию. Отдыхайте, развлекайтесь. Всем всего хорошего. Пока-пока.